Уважаемые коллеги, в этом 2009 году, непростом, сложном для всех нас, выставка «Пир» проходит уже 12-й раз. В этом году выставка «Пир» как никогда будет очень интересна и полезна. Почему? Потому что, в отличие от прошлого года, когда мы предлагали вашему вниманию три форума по темам итальянской кухни, японской кухни и российского продукта, в этом году мы организовываем для вас 16 специализированных тематических площадок по самым основным направлениям бизнеса. Самым основным направлением, в которых вы сегодня зарабатываете деньги. Это и мясо, и рыба, и Италия, и Япония, и кондитерка, и хлебопечение, и фабрика кухни, и пиво, и многое-многое другое. Все 16 форумов будут представлены на выставке. Все 16 форумов находят свое отражение на сайте, на котором вы находитесь сейчас. На сайте вашему удобству представлены, обратите на это внимание, все те эксперты, которые выступают на площадках. Все те мероприятия, которые организованы для вас. Новинки от компаний, поставщиков. Новинки технологий. И, разумеется, те проекты, те концепции, которые на сегодняшний момент успешно реализованы и зарабатывают деньги в своих тематиках. Тот объем знаний, новой информации и полезных контактов, которые вы получите на выставке «Пир», крайне эффективно скажется на вашем бизнесе. До встречи на выставке «Пир».